Бокс, баскетбол, прыжки на батуте, футбол и еще десятки спортивных дисциплин. Как в этом многообразии выбрать для ребенка подходящую секцию? Первый пункт на пути к чемпионству, который требует положительного ответа – здоров ли будущий спортсмен. Если врачи разрешили активные физические нагрузки, то можно приступать к выбору. И здесь нет четких критериев. Это всегда выбор душой, сердцем. Как правило, это отдают предпочтение родители таким общепризнанным видам спорта – плавание, если это для девочек, это художественная гимнастика, для мальчишек футбол, баскетбол, единоборство. ИКАР – старейшая и самая крупная в нашем городе спортивная школа. За более чем 70-летнюю историю тренеры воспитали сотни юных чемпионов, которые прославили Саров на международной арене. И даже если в спорте не удастся достигнуть высот, ребенок приобретет навыки, которые помогут добиться успеха в жизни. Эти навыки им помогают в целом в жизни идти успешными быть, талантливыми и достигать цели, которые они перед собой ставят. Вот именно этому учит спорт, учит спортивная школа, тренеры, которые вкладывают в детей свою душу, так сказать. Как говорят тренеры, зачастую выбор за ребенка делают родители, которые хотят видеть его на пьедестале почета. Но заставлять заниматься через силу не стоит. Прежде всего, нужна поддержка и понимание со стороны близких. Для того, чтобы воспитать чемпиона, нужно желание самого спортсмена, самого ребенка, настрой родителей, готовых ему помочь, и профессиональный уровень тренера его, а также потраченные годы тренировочного процесса. Бывает, что любовь к спортивной дисциплине у ребенка приходит чуть позже. А если польза видна на практике, то тренировки будут проходить с удвоенной силой. Жене Копыловой пришлось применить приемы борьбы в школе. Обидчик явно не ожидал встретить отпор от девочки. Он синяк получил. Я все рассказала учителю, и учитель, наоборот, похвалил меня, а поругал этого ученика. Присмотритесь к своему ребенку. Спор должен соответствовать его наклонностям и характеру. Забудьте о своих амбициях и учитывайте интересы ребенка. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.